завещание, значит, мнение окружения живых. Я всегда любил тебя, даже если не показывал этого. Пришло время открыть тебе нашу тайну. Это то, что мы все же не скрывали. Сынок, дорогой, мы наша фамилия Кац совсем не польская и даже не немецкая. Может, это тебя удивит, но, дорогой мой Боренька, мы евреи. И ты, сынок, получается, тоже еврей. И хотя наше семья никогда не праздновала еврейские праздники, знай, что в душе это не давало нам покоя. И поэтому я прошу тебя выполнить мою последнюю просьбу. Узнай, какой ближайший еврейский праздник, и прошу тебя его отпраздновать. Спасибо, мой дорогой барон. Сколько лет живу, и я не знал, что я еврей. Спасибо, папенька. Ну, раз уж папа сказал, значит, надо что-то с этим делать. А вообще-то меня интересует, а какой ближайший еврейский праздник? Ой, вы еще такие скажите, что не знаете, что ближайший еврейский праздник Ханука. Ханука? Что? Ханука. А что это вообще такое за праздник? Ну что делают этот праздник? На него зажигают 8 свечей. И что, плачут, рыдают, что это такое? Да вы что, нет, радуются. Пожалуйста, ваши.
отвечать будете. Я? Сейчас. Держите. Кац. Немец еще. Не, какой я немец? Я украинец, польский, ну, где-то немецкое происхождение. Лицом торгует. А вообще мы хотим Хануку отпраздновать. Что, опять хаос без дозволу? Не-не-не. Ваши документики. Так, что-то не похоже, что фальшивка. А вот так похоже. Не нравится. И чем там будет? Я? Ничем. Я просто раздаю товар людям. А сегодня вот мы просто с Сарочкой вышли погулять. Стоять, девушка, ваши документики. Мои? Ой, товарищка, слушай, я тут иду, и что я вижу, и... Врача! Поджигай, Таня.